Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Дукит, канал World of Games. Сегодня мы опять с вами поговорим о такой проблеме, как не запускается Rust. На этот раз ошибка у нас Disconnect Timeout. Вот. Ну, начнем с того, что, как вы знаете все прекрасно, что кто-то играет на лицензии, кто-то играет на пиратке. Для тех, кто играет на пиратке, то это, скорее всего, причина в том, что вышло новое обновление, и поэтому у вас старая версия и не запускается, так что я вам могу только посоветовать полазить в интернет, то есть скачать новое обновление, которое вышло. Про лицензии проще, там у нас в Steam автоматически вся программа обновляется, поэтому у нас может быть только технические причины, это такие как проверить целостность файлов игры. А почему их проверить нужно? Потому что при закачке могут быть возникнуть какие-то либо нарушения процессов, то есть в плане, может быть, сбой какой-то, я не знаю, но все может быть, и у вас просто не может быть не докачаться какие-то файлы, может быть повреждены, поэтому они не работают, так что в первую очередь проверьте целостность файлов игры. Что еще может быть? Обновление. Здесь, смотрите, здесь должно быть у вас всегда обновлять игру, но можете поставить еще высокий приоритет, всегда автоматически обновлять игру. Также сделать, включить синхронизацию со Steam Gold, ну, Rust'ом. Что еще может быть причиной? Причиной может быть еще, как я всегда и говорил, и буду говорить, это Brad Mauser, то есть ваш антивирус. Он блокирует Rust клиент, многие антивирусы блокируют подключение, ну, считая их угрозой, так же, как и Rust клиент. Поэтому я вам посоветовал еще бы раз зайти в антивирусы просто и посмотреть, даже не посмотреть, а добавить Rust в избранное, добавить в исключение, чтобы он его не видел, в нем угрозу не блокировал. Если кто-то не знает, я бы, блин, могу только сказать вам, посоветовать, вернее, даже не сказать, чтобы вы полазили по интернету и посмотрели, как это делать, как можно, допустим, добавить игру или программу в исключение антивируса. Либо еще проще, просто вы отключите Brad Mauser при запуске Rust и посмотреть. Вот, ну, это две причины, да, я сказал, как, почему может быть. Еще может быть, ну, это край, то, что у вас не подключен порты. Ну, не знаю, правда, ребят, поможет это или нет. Дело в том, что тайм-аут, это получается, он не может просто раз подключиться к серверу. То есть, получается, он его ищет, то есть на поиск какого-то сервера дается, допустим, подключение, дается определенное время. То есть, если он не подключился, мы перезагружаем, пробуем еще раз подключаться. Поэтому может быть то, что он не видит просто, то есть не может подключиться. Поэтому вы, в первую очередь, надо вам узнать, какой у вас порт, то есть, ну, порт, найти порт, это обычно в configuration у вас должен быть. Вот, ну, я проще посмотрел порты подключения через торрент, лукавить не буду, я посмотрел, как сказать, посмотрел, видел, как вроде как то, что отсюда можно глянуть вот эти вот настройки, посмотреть соединение, вот он. Порты входящих соединений, то есть как ваши порты, которые открыты, то есть должны подключить, может, возможно, просто, ну, раз не может подключиться, да, нам нужен порт, не знаю, насколько он функционирует, но у меня, в принципе, проблем с Rust'ом нету, я сколько уже играю, я никогда не сталкивался с такой, ну, я, вернее, сталкивался изначально, но после того, как я вот пробовал настраивать, у меня вроде все нормально, давно, ну, долго уже работает, и проблем никаких нету. Так, ну, еще, как я и говорил, хочу, извини, что повторяюсь, в Configuration смотрим, заходим, забыл, короче, вводим в конфигурацию, здесь есть, и там должны, по сути, быть открытые ваши порты. Так, и заходим мы в панель управления. Так, центр. Brad Mauser, и где у нас дополнительные, а вот дополнительные параметры. Здесь мы создаем правила входящих, короче, для входящих портов. Ну, может быть такое, что ваши порты просто не активны, не, ну, не подключены, поэтому нет соединения. Ну, это я грубо, в такой грубой форме вам говорю. Нажимаем, допустим, вот у меня, тут, ну, тут у вас должен быть Rust. Просто вот нажимаем на Rust, создать правила. Мы наш, то есть создаете правила, вы уже нашли, ну, какой у вас порт.
то есть название вашего порта. Ну, и опять же вам хочу напомнить, порт это лучше всего, наверное, в конфигурации вашей системы посмотреть, то есть ваши порты, которые в самом компьютере. Так, для порта нажимаем далее, оставим протокол TSP и ставим порт, который порты у вас подключены, их находим и ставим сюда, нажимаем, ну, я просто введу 28.0.15. Так, и ставим далее. Далее разрешит подключение, нажимаем далее. Нажимаем порт. Это я так написал просто. Балдей. Ну, можете порт писать. И все. То есть пробуем опять подключаться. Ну, я не знаю, ребята, должно по сути все работать. Но не может быть такого, что если у вас, вы проверили, у вас порты все подсоединены, все проверены, ну, локальный файл проверен, никаких повреждений нет, все работает. Блин, интернет есть. То есть ничего у вас не блокирует. Короче, все подключено. Ну и после этого я не знаю, как может не работать. Вот. Должно, в принципе, ребята, вам это помочь. Ну, под конец я вам просто скажу, это только как вариант, это заново удалить все полностью, весь раз, заново переустановить Steam, там пробовать, это уже крайние меры. Вот. Ну, надеюсь, что я вам помог этим видео. Всем пока, с вами был Дикитон World of Games. Компания, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, всем пока, всем добра, пока.